Говорят, что по ночам в инженерном замке можно услышать, как кто-то хлопает дверью и скрипит половицей. Возможно, это дух убиенного здесь императора Павла I. Ведь поговаривали, что он знал о своем роковом исходе. Незадолго до его смерти на Васильевском острове появилась некая юродивая, которая предрекла, что жить оставалось Павлу I ровно столько лет, сколько букв в надписи над входом в его замок. Надпись эта гласит: «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Это цитата из Библии, в ней 47 букв. Именно 47-й год шел Павлу I, когда в ночь с 11 на 12 марта 1801 года он был жестоко убит заговорщиками в собственной спальне. Кстати, той юродивой была Ксения Петербургская. Говорят, что до сих пор ровно 12 ночи в окнах замка проносится силуэт императора со свечой. Но это же просто городская байка. Или нет?